Gabriel Morrison. Стоять в синем углу. Ему 28 лет. Рост 173 сантиметра, вес 65,6 килограмма. В его активе 8 побед, 6 поражений. Он обладатель Кубка мира по фрифайт в разделе Full Contact, многократный победитель турниров СНГ по самбо, дзюдо, вольной борьбе и грэпплингу. Чемпион Евразии, призер чемпионата СНГ по ММА, обладатель Кубка мира. Дамы и господа, представляющий бойцовский клуб «Файт Спирит» и сам Тедди Крузе! Встречайте, Габриэл Киборг Мариша! Теперь все-таки шорты не хватает. Кажется, как всем были. Поблагу. Боец готов? Боец готов? Судья? Судья? Судья, время? Первый раунд! Бой! Я понял, работаю.
Все, не выпускайте, не выпускайте. Хорошо. Нормально, нормально. Выцеливает, выцеливает. Еще раз, еще раз, еще раз. Подтяни, подтяни, выдерни на себя, выдерни. Вот попрет. Вот он попал. Спокойно, не спеши, не спеши, не заигрывай. Руки держи повыше, не опускай. Не опускай руки. Выцеливай, выцеливай. Десятку, не оставаться на месте. Хорошо. Хорошо. И смещаться, смещаться. Браво, браво, готовит Леван, готовит правый. Камера, садитесь, блядь, давай. Смещаться, смещаться, не застаиваться, всегда двигаться. О, хорошо. Видишь? Он правый готовит, левый пристреливается, правый будет бить. Смещайте, стой на месте. Аккуратно. Оставьте время. Не достаю, не достаю. Двигайся, не стой на месте. Уходи, 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 уходи. Сейчас резко на вас будет. Стой здесь. Хорошо. Мне 2 минуты надо. Хорошо, сейчас, сейчас. Он и будет сильнее. Ушел, ушел, ушел. Стоять здесь. Слышишь, брат? Покажи ему, пускай. Спокойно, спокойно, спокойно. Хорошо, не надо, не надо, не надо. Смещайте, смещайте. Ищи, 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 ищи. Хорошо. Сейчас попрёт. Выше руки, выше держи руки. Право, прямо горло. Чуть быстрее, быстрее там, братан. Долго думать? Двигаться, двигаться, Габриэл. Не стоять, не надо здесь играться с этим. Хорошо. Атакой на атаку. Еще, 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 еще. Не надо обмен. Хорошо, смещаться. Хорошо, умница, попал. Уйди, уйди назад. Спокойно. У тебя 25 секунд осталось. Работать, спокойно работать. Не надо играться здесь. Сетку не трогай. Умница, на него, одну маску забери. Вставай, вставай! Забери крюк, забери крюк! Второй снизу, разверни его! Разверни! Одно колено вперед! Все, спокойно, одно колено вперед, снизу прямо! Спокойно! Центр «Сечь». Для получения промокода обратитесь к стойкам продажи сувенирной атрибутики. Спасибо! Для фото-то? Хорошо! Хорошо! Я тебе сказал, что я буду делать!
Ну, он его задел. Как он себе пальцы ломает? Я понимаю. Можешь покричать? Габи! Габи, давай! Давай, Габи! Давай, Габи! Давай, Габи! Давай, давай! Сейчас спокойно сажать, руки за бок! Руки за бок сажать! Хорошо! А тебя сверху, 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 сверху! Не знаю, как получился бой, со стороны вам виднее. Потом напишите, расскажете, встретитесь со мной, позвоните. Моим болельщикам хочу сказать, что я не ожидал, что так быстро выдохнулся, видимо. Лиссабонка жесткая была у меня и дала себе знать. Всем спасибо, кто просто пришел сюда. Дальше кто болел за просто турнир, зрелищный бой, отдельный. Спасибо хочу сказать моим болельщикам, кто именно за меня болел. Спасибо болельщикам моего соперника, его команде. Спасибо, молодец, он выступил достойно, красиво. Он молодой, жесткий, хороший. Я чуть-чуть постарел. Не критикуйте меня сильно. Я хочу пару слов сказать. Хочу пару слов сказать. Я почему-то очень сильно верил, надеялся, что победа будет за мной, но, видимо, Всевышний Бог, Аллах, Он так захотел. Я с этим смирюсь. Это так должно было быть. Хочу пособолезновать всем тем семьям, погибшим в Кемерово. Я организатором просил не включать мне мелодию, хотел просто без мелодии выступить. Но ничего страшного, если они включили. Просто у меня оно здесь, хочу сейчас высказать. Хочу пособолезновать, и минутное молчание уделим всем этим погибшим. Большинство из них были маленькие дети. И, пожалуйста, минутное молчание. Я сегодня против. Огромное всем спасибо. Еще раз всем привет. Питер, привет. Я в Питере один год нахожусь. Хочу дальше еще быть здесь. И спасибо организаторам, что есть возможность выступить у них. Спасибо моему тренеру, моей команде. Вы большую работу сделали, помогли мне. Это моя вина, что я проиграл. Пусть это так будет, и это так есть. Поздравляю моего соперника еще раз и всем спасибо. И хорошего вам зрелищных боев. По Габриэлю Мальчеву от всего Питера большой поклон.